Всем добрый день! Сегодня буду готовить оладьи. Простейшие из простых рецептов по ГОСТу. Те оладушки, что когда-то делали, в школьных столовых. Они очень вкусные, пышные. Очень мало ингредиентов, но прекрасный вкус. Так что давайте готовить. Берем 240 грамм тепленькой водички, дрожжей 14 грамм, прессованные дрожжи, сухие 1 чайная ложка. Разведем. Дальше. Сахара 1/2 столовой ложки. Я в мисочке предварительно не заготавливаю, чтобы рассказать, чего сколько. Я сама посмотрю, и того столько, и тут же забыла. А так, по ходу, и рассказываю. Так, и соли 1/2 чайной ложки. Где у меня мерочка? Размешиваем яйцо. Остается добавить муку и замесить тесто. Вот, 240 грамм муки просеяла. Ну, там как пойдет. Все-таки когда-то мука, и сейчас, наверное, разная. Посмотрим, или больше, или меньше надо. Замешиваем. Замешала тесто, мука вся пошла. Так, показываю. Тесто консистенция. Видите, падает с ложки. Не льется, а падает. Вот так. Такое тесто у нас. Накрою сейчас его, теплое место, и 40 минут будет подходить. Прошло 40 минут, смотрим, как подошло тесто. Отлично, отлично подошло. Так, смачиваю ложку водичкой, немного обминаем его. Даем еще минут 15-10, чтобы подошло. И все.
Масла не добавляли мы. Будет жариться только на масле. Все. Второй раз отлично подошло тесто. Теперь я его не трогаю. Буду только аккуратно мокрой ложкой укладывать на сковороду. Не опускаем, не перемешиваем тесто. Вот так лучше ложку держать. Перпендикулярно к сковороде. Ну все, жарим на небольшом огне. Так, заглядываю как-то вниз. Все, вниз румяный переворачиваю. Вот видите, сразу растут как кончики оладьи. На небольшом огне. Тесто, еще раз говорю, не надо приминать. С краю берем мокрой ложкой и укладываем на сковороду. Снова выложила оладьи на сковороду. На небольшом огне жарим. Тесто не перемешиваю. Перевернула оладьи, растут, я говорю, как пончики на сковороде. Оладьи готовы. Вот такие пышечки получились. Советую, приготовьте. Просто совсем. Ну, только время подождать надо, чтобы тесто поднялось. Сейчас разломаю, покажу, какие они внутри. Беру любой, какой смотрит на меня. Разламываю. Видите? Пушок. Мягенькие, воздушные, чудесные оладьи. Ну, вкус я их знаю. Вот сметанки взяла, будем есть со сметанкой. Муж любит более сладкое, то посыпет себе еще и сахаром. Так что готовьте. Со мной этот рецепт. Не забудьте и будете иметь хорошие оладьи. Деткам и вам понравится обязательно. Оладьи прекрасные, пышные получились. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Готовьте со мной, приготовьте такие оладьи. С чем угодно их можно есть. С чем угодно и так вкусно. Без ничего тоже очень вкусно. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.